Всем добрый день. Хочу искренне обратиться в первую очередь к своим родным и близким, кто занят там в предприятиях и так далее, в малой и средней торговле. И, конечно же, ко всем гражданам моей любимой Абхазии, моей страны. Друзья мои, для этого не нужно ждать наших руководителей, правительства и так далее. Они очень заняты тем, что вообще сегодня вокруг нас происходит. Бессовестное и беспрецедентное повышение цен на все абсолютно товары жизненной необходимости, начиная, я не знаю, от помидоров, огурцов там до всего. Проявите гражданское самосознание. Есть на складах товары на несколько месяцев у многих. Мы знаем прекрасно, это не секрет. Все это давно куплено до того, как начались эти стрессы и все эти тряски. В мире происходит страшное. Не нужно этим пользоваться и зарабатывать за счет горя и за счет переживания бессонных ночей своих же соседей, братьев, сестер, племянников и так далее. Мы должны сегодня заниматься совершенно иным. Завтра ситуация может измениться. Пожалуйста, максимальный репост. Поддержите меня, братья и сестры. Так нельзя. Так нельзя. На простые сельские товары, на простые продукты, на хлеб, который пекут в наших пекарнях, на муку, которую уже завезли несколько месяцев назад. Ну что это такое, ребята? Средства телекоммуникации и связи. Чем мы вообще коммуницированы? СМСки присылайте, там, не знаю, все, типа, все, в связи с тем, что происходит в мире, мы повышаем цены. Как-то выйдите в эфир, вот как я включил камеру, объясните, почему, с чем это связано. Люди в непонимании, люди не понимают, что вообще происходит и почему так происходит. Какое-то разъяснение, друг другу хотя бы объясним, что происходит. Давайте объединимся, в тяжелые времена мы всегда объединялись, братья, сестры, друзья мои. Давайте просто в быту, простые люди, как вы и я, не должны жить так, как мы сегодня это делаем. Жилье невозможно, молодые семьи не знают, куда деться, где жить, как снять, что за цены, это не Сочи и не Москва даже. Удачи нам всем!